Это у нас гараж. Ну, пока гараж превратили в склад, вот такой техногараж. Я много фильмов показывал об этом гараже. Все, какое было, что на металлоломе мы сюда прицепили. Вот, смотрите, замочки, крючочки, вон, всевозможные спидометры. Все здесь круто, вон, рубильники. Что-то сейчас у нас света нет, вот видите, рубильник не работает. А здесь у нас такая пещера паучихи. Пауки вот вяжут законы, свод законов. Вот эта бабушка такая паука, а там серьезная леди, которая вот что-то тоже пишет, вяжет и живет вот в таком подвале. Ну, сейчас там темно, света нету, как бы прожектор надо ставить. И я немножко покажу, чтобы видно было. Ну, ничего не увидите. Вот так вот там и камин у нее, и спальня есть. И видите, телевизор, швейные машинки. Ну, я потом прожектор поставлю, подумаю, как снять потолки. Вот, смотрите, потолки видать, все в цепях. У нее все здесь навязано, накручено. Смотрите, какие вот и спицы у нее. Вот такая паучиха, которая живет в этом подвальчике. У нее телевизоры, у нее что только здесь нет. Вот видите, смотрите, какие швейные машинки, они антикварные. Это Зингер, или как они называются. Ну, покажу немножечко еще, что у нас происходит на объекте. Выключили свет, и есть возможность немножечко снять, и уже обед. Ну, вот видите, зелень уже проросла. Это башня тролля. Есть тоже фильм, как мы его делали. Вот такая башня тролля, лазилка, бродилка. Такая вот черепаха-колодец. Ну, смотрите, какая черепаха-колодец. Там канализация, козельское говно плывет в очиститель. И вот такая мутанты выросли на этом вот страшном, будем, смраде, который идет, вонище идет с этой канализации. И вот такие мутанты, он еще у них уже яйца есть. А это добро и зло. Видите, представляете, такое, что перевесит. Ну, сейчас вот что-то зло перевешило. Ну, если так вот, видите, как бы добро должно перевесить, но почему-то зло здесь перевешивает. Ну, вот такое вот кресло тирана. Вот так оно, тиран, у него время ограниченное. А вот, видите, тиран, Кощей бессмертный. Ну, он бессмертный, у него как бы смерти нет, он в яйце иголка. И только тогда его можно достать. Ну, он взял себе курятник, сделал, попробуй найти ту иголку. И он, курятник у нас, он там далеко. Я скоро леса сниму и покажу, где Кощея Бессмертного курятник. Ну, уже докрасим, снимем леса и отдельно покажу фильм. А в данном случае хочу показать немножко фильм, как у нас вот художник, кто красит у нас этих, вот эти скульптуры, скульптуры этих самых. Вот молодец, света нету, он старается, не только, вот, у Коля, что, он стоять не может, он берет кисточку и вот работает. Представляете, ему пофиг, что делать, рисовать. А он, смотрите, Буратино, наушники современные, ключ на шее прицепил, ключ не знает чего. Ну, и он, у него такая печка, и поехал на велосипеде шашлыки делать. А это вот так вот он идет, покраска. Ну, это есть кузнец в Белоруссии, который делает такие великолепные работы. Ну, вот мы решили его раскрасить, сделать веселые картинки. Ну, я думаю, это не испортит. Как бы добро нам дали. И смотрите, какая интересная работа получается. С металла. Вот такой вот дракончик. У нее еще крылья есть. И вот будет у нас потом крылья. Мы найдем ему место. И этот дракончик будет где-то охранять. А видите, у него ключик есть, не знаю. А, там, смотрите, какая. Деньги. Тогда деньги кидать, и везде на ключик. Удачу. И везде на удачу. Какая на удачу, если не закрыли? Там мешок и денег. Ну, удача. У кого удача? У хозяина удача, что он такие драконы делает. Да, вот все, и ключики уже пошли, как бы, хозяйские. Все закрывает, открывает. Раньше все у него было открыто. А теперь смотрите, какой он хозяйский стал. Ну, вот примерно такой небольшой фильм я хотел показать. Что происходит? Вон у нас обед, идут уже на обед наши специалисты. Ну и вот такой как бы домик с самоварами. И там эльфийка сидит, показывает, куда надо идти. Там у нас кафешка есть, и можно пойти в кафешку.
Так что потихонечку мы отвоевываем эту территорию и будем скоро делать работу на том берегу. Там у нас будет татаро-монгольская ига, козельские крепостя, то есть есть много задумок, и баба-яга будет, и всевозможные там бродилки, и будет спорткомплекс небольшой, то есть будем потихонечку развивать парк в городе Козельске. Называется «Страна Вихляндия», так что кому интересно, приходите, посмотрите это все наяву.